Всем привет! Сегодня 3 декабря 2022 года. Мы с товарищем выбрались на подводную охоту. Он плавает, а я за компанию, так чисто провести время. Если удастся стрельнуть какую-нибудь рыбу, то обязательно вставлю кадры в видео. Так, всем приятного просмотра. И всех с наступившим Новым годом! Сейчас везде стоит лед на всех водоемах, особенно в перспективных местах, где есть трофейная рыба, и приходится довольствоваться малым. Есть одно место, где постоянно жидкая вода, она не замерзает, ну, соответственно, там, где мы находимся сейчас. Здесь, конечно, по рыбе, мягко говоря, грустно. Максимум, что здесь можно встретить, это какого-нибудь окуня, щуку и головля. Головль здесь есть хороших размеров. Ну, как бы здесь есть и сом, но вряд ли он сейчас тут попадется. Но будем искать, и может быть улыбнется нам удача и удастся моему напарнику встретить какую-нибудь хорошую рыбу. Удалось добыть и такую щуку. На вид где-то полторашка, может быть даже двушка. Стоит, походу, не без движения, в пиявках. Вот такая вот рыбка красивая. Ну, я думаю, полторашка есть. 1,5 килограмма должно быть. Ну, а там может быть даже и побольше. Хорошая щучка. Для этих мест, как бы, это даже считаешь, очень хорошая щука. Так как здесь рыбы мало сейчас зимой. Вот такая красавица попалась. Хорошая рыбка. Ну, уже как бы охота удалась, можно так сказать. К сожалению, камера на ружье села еще минут, наверное, 20 назад, и момент выстрела запечатлеть не удалось. Вот. Я с берега стоял, видел, как он подсвечивал фонарем в коряге, мой товарищ. И как он производил выстрел, как бы. Что-то я не догадался камеру достать, тоже поснимать. Было интересно. Не знаю, включусь еще или нет. Напарник уплыл далеко. Буду потихонечку его догонять. Если еще будет какая-то рыба, то включусь. Если нет, то буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и колокольчик. Всем желаю в первую очередь здоровья. Еще раз всех с наступившим 2022 годом. Все, всем пока.